В этом видео, привет всем, я покажу, как получить свидетельство про народження дитини. Когда у вас родится сын или дочка, как получить свидетельство про народження в Украине. Значит, мы едем в ЗАГС, мы родили его в Лиманском районе, город Доброслав, СНТ Доброслав. Заходим в ЗАГС, в украинском РАЦ, отримаем там такую квитанцию с реквизитами, куда треба платить деньги. Там буде 225 гривнів і код цього РАЦу, на рахунок якого підуть ці гроші. Йдемо в Приватбанк або через приложення оплачуємо по реквізитам, беремо квитанцію, розпечатуємо через термінал Приватбанка і вертаємося знову в цей ЗАГС. Віддаємо цю квитанцію, віддаємо цій жінці паспорт дружини, паспорт свій, свідоцтво про одруження, два кода. І, в принципі, все. Вона оформлює це все. І, в принципі, ти віддаєш цю квитанцію, яку ти вже проплатив. Віддаєш цими документами своїми. Чекаєш на вулиці, тут ходиш, п'єш каву і чекаєш, поки вона там заповнить ці реквізити і отримуєш. В принципі, все ось так. Тобто, повторюю, йдемо ми в РАЦ, беремо реквізити, куди проплатити 225 гривнів. Беремо цей квитанцію, йдемо в Приватбанк, проплачуємо, приносимо їй квитанцію, віддаємо паспорт свій, паспорт дружини, свідоцтво про одруження, і код її, код свій. Залишаємо нову свою пошту електронну, свій телефон і чекаємо на вулиці, поки вона заповнить цей бланк. Поки що все. Я трошки дозапишу і потім дам знати, що як треба зробити це благословенне свідоцтво про народження дитини. Все, всім пока. Біжите в кав'ярню. Кому, сука, дозволяє жалування, берете дві латешки, п'ятину шоколадку. І все ускоряється в несколько раз. Взяток при этом не даєте. Вот так от. Що, йду, ребят, получать свідоцтво. Еще хотел показать нюанс. Смотрите, это вот такой вот аппаратик. Нажимаешь, где тебе нужно, нажимаешь, например, да, отримуешь талон и ждешь на вот этом экране своей очереди. Это при том, что это провинциальный городок такой, СМТ, и в нем уже такие штуки есть. Видите, те, кто говорят там, что типа там все хреново, очень сильно ошибаются. Видеть хорошее нужно. Конечно, все просто, но это не Одесса, но все чистенько, как бы ухожено. Кое-что даже что ремонтируется, кусок этого гипсокартона, камеры спостережения. Все четко. Так что есть просвет. Тут я был 4 года назад, мы с женой были. Здесь было очень такое, ну все такое, старенькое. Только стулья, кстати, еще только старые. Так, в принципе, все окей. Все, жду свидетельство, сейчас должен свидетельство выдать. Кофе ускоряет процесс выдачи свидетельства о рождении ребенка. Вот, но не больше. Взятки, ребят, не давайте, потому что вы раскармливаете потом эти толстошкуров, этих толстопузов, и потом они жиреют, короче говоря. Ребят, какой я хотел нюанс сказать по поводу этого всего. При получении свидетельства о рождении у тебя есть несколько вариантов написать свидетельство о рождении, где родился твой ребенок. Допустим, у меня прописка Одесская, у моей жены Одесская область. И ребенок родился вообще в третьем месте. В этом случае у нас есть три варианта, где записать родился ребенок на свидетельство о рождении. Первый вариант – Одесса. Второй вариант – Одесская область, там, где прописана моя супруга. И третий вариант – вот этот ПГТ Доброслав, тут, где он родился, в Одесской области. То есть, но не там, где моя жена прописана, понимаете? То есть у нас три места, где можно записать ребенка, там, где он, где он родился. То есть мы, конечно, выбрали Одессу, что он родился в Одессе. Но мы, когда он вырастет, мы скажем: «Сынок, ты родился вот здесь, вот в этом ПГТ, то есть вот так вот». Как мой брат, он родился, допустим, он родился в одном месте,
ну, он родился в городе, как бы, мой родной брат, а я родился в селе. Я спрашивал моих родителей, почему так? Потому что просто записали так. Можно было написать там, где человек родился, либо прописано, где мама, либо там, где прописан папа. Вот, мы записываем детей там, где прописан папа. Я прописан в городе Одесса, поэтому я пишу всех моих детей там, где я родился. Вот такой выбор. В вашем случае может быть так, что вы, допустим, прописаны двое в Одесской области, к примеру. Или, допустим, вот у меня друзья есть, один прописан в городе Николаев, но живет в Одессе он. А она проживает в, по-моему, в Измаиле, по-моему, да? И они говорят, а где нам вот, Ян, ну, где нам вот, когда мы ребенка родим, где мы его запишем? Я говорю, там у вас три варианта есть. Либо Николаев, либо Измаил, либо там, где он родится. Мы предлагаем им родить тоже в Доброславе. Тут хорошие услуги, вот, хорошие доктора, слава богу. И самое главное, что они берут взяток. Потому что почему мы отказались рожать, допустим, в областной нашей больнице. Мы там проходили, когда первого ребенка рожали, мы проходили там медосмотр и так далее. Там так называемые уже барыги вот эти вот есть в Одессе, которые уже, они устанавливают какие-то там свои таксы, типа $700, типа рождения ребенка. Мы на это все плюнули, на то время у нас таких денег не было. В принципе, и сейчас я с такими деньгами тоже расставаться не хочу, потому что я читаю Конституцию, я там считаю, что там наши медицинские услуги все бескоштовные. Бескоштовные, вот. И поэтому мы... помолившись, конечно же, то есть мы хотели направление от Всевышнего, и нам Всевышний дал этот Доброслав, мы поехали здесь, дали анализы и здесь родили. И поверьте, мы практически заплатили только за медикаменты. То есть мы купили, я купил пакет медикаментов, там собирал я такой пакет специальный для роженицы, тот, который, ну, мы как бы покупаем его, да. И, ну, вот так вот. То есть мы родили в этом СМТ Доброслав, потому что здесь люди взятки не берут. Не такие крестолюбивые, как в Одессе. Ну, правда, некуда скрыть. То есть в областной больнице не рекомендую рожать. Рожайте где-то в области. Например, Доброслав, ПГТ Доброслав. Вот и все. Вот поэтому, почему мы отказались от родов в Одессе. Вот. А в других роддомах, я слышал, даже до $2000 доходит, то есть роды. Я в следующем видео, ребят, напишу, как получить, как называется он, допомога на ребенка мамам, там, по-моему, от 5 до 8 тысяч гривен, то ли 5, то ли 8, я это уточню практически, потому что они говорят 8, другие говорят 5, одни говорят 6. Вот я когда все соберу, весь пакет документов, вот это вот, пойду сюда вот в социальный захист населения, вот сюда вот я пойду в следующий раз сюда вот, понесу им бумагу, что ребенок мой родился, и, короче, там мы будем с ними, то есть, разбираться, то есть, они дадут специальную карточку отдельную и список фирм, где ты можешь деньги потратить, то есть, их снять нельзя, эти деньги, то есть, те 6 там, или 8 тысяч гривен, их снять нельзя. Они остаются у тебя на карточке, но есть список фирм, в которых ты купишь там памперсы, там все необходимое для новорожденного ребенка. Вот так вот. Я в следующем видео это обязательно напишу, потому что люди у нас, они не знают, что надо делать. Вот, в принципе, все. Все, ребят, всем удачи, Божьих благословений. Как получу свидос, то я отпишусь потом. Все вопросы пишите в комментарии. Все, всем пока.